еще раз доброе утро. И раз уж вам так приглянулся формат автопутешествий, сейчас пропущу товарищей, я попробую его, так сказать, осуществить. Опять сказал так сказать, а? Ведь говорил же, что не буду повторять слова паразиты. Повторил. Но заметил, вовремя заметил. Так, ребят, мы едем с вами в сторону Лазаревская. Путешествие наше начнется с поселка Солоники. Хотя вот мы проезжаем, выезжаем из Волконки. Это как бы пробный вариант. Со временем, когда все будет зелененькое, красивенькое, будем ездить еще дальше. Ну, естественно, по мере необходимости. То есть, когда не надо будет куда-нибудь поехать. Так, просто ездить по горам тоже не очень весело. Так, дорога в Сочи занимает около полутора часов. Итак, Солоники. Солоники. Справа от нас чудо-красотка. Чудо-красотке мы уделим особое внимание. Но я думаю, чуть-чуть попозже. Еще рано. Рано туда ходить. Еще как бы не такое все зеленое, не такое все красивое. Ну, Солоники я уже показывал. Это вот поселок Спутник Лазаревского. Так сказать. Опять так сказать. Блин. Штирлиц никогда не был так близко к провалу. Ну, в общем, поселок находится рядом с Лазаревским, буквально 2-3 километра. Но сейчас мы находимся в дальней части, с этого отсюда, наверное, километра 4-5. Я буду пропускать всех трудящихся, которые спешат на работу, а я тут катаюсь еле-еле. Поселок такой, поселок красивый, зеленый в летний период, да и зимний ничего такой. В свете солнца, в принципе, все красиво, все. Весь поселок зимой и летом. Сейчас мы подъедем к той части, там где справа, как я уже говорил. Давайте туда заедем, что я буду говорить. Мы туда заедем. Надеюсь, времени нас хватит на один ролик. Прокатиться, так как ехать от Солоников до Лазаревского, ну не знаю, на машине, если быстро, то минут 3-4-5. Но опять же, до указателя. Поселок Солоники, как я говорил, делится на две части. Одна часть идет к морю, а другая идет как бы вглубь поселка. Ну там она еще разветвляется, естественно, направо-налево, там лагерь, частный сектор. И вот мы, наверное, сейчас с вами соскочим в частный сектор. Не знаю, как там будет солнце светить в правый глаз. Ну, надеюсь, что не помешает съемке. Сейчас я выбрал специально ехать дорогу в подсвеченную сторону, так сказать. Опять так сказать, блин. По губам надо биться такое. Вот мы сейчас поедем в поселка. Не поедем в сторону Лазаревской. Поедемте посмотрим, что тут творится. А вот тут что творится. Тут тоже частный сектор, видите, сдается. Улица Солоники, номер 2. Там гаражи тоже трехэтажные, четырехэтажные. Вот такой поселок Солоники. Здесь, насколько я помню, был лагерь, что ли, пионерский железнодорожный. Магазин Марка. Да, слева от нас лагерь. Впереди перед нами большая дорога, которая ведет нас куда-то в горы. Честно говоря, я уже задумался, а что я туда еду-то? Ничего там такого красивого-то и нету. Сейчас посмотрим, где развернуться. И, наверное, свернем опять, наверное, в Лазаревскую. Вот, ну, есть пару домиков, которые явно сдаются. Ну, думаю, вам проще будет подыскать себе жилье около моря. Автостоянка запрещена. Администрация будет ругаться. Так что у меня сложилось такое впечатление, что Солоники все-таки в большинстве своем населены только в той части. Ну, хотя и в этой части тоже населены, слава богу. Но там, что, там где ближе к морю, там они... Точнее, там все и заселено. Видимо, я ошибаюсь. Ошибаюсь, а тут такие дома тоже есть. Я
есть я поехал. Это как говорится, ну что это такое? Тоже сдаются комнаты. Ну да, так неплохо так для гаражей. Тут походу дома находятся около моря, а тут у них гаражи. Скорее всего. Ну тоже вон с фонтанчиками гаражи такие. Солидно все. Один он продается, пальмочку посадили. Дорогу забыли сделать, только дорогу. Второй продается, что-то они все тут продают. Третий продается. Видимо, не хотят люди жить в гаражах, далековато до моря им прогуливаться. Тут, видимо, кафе какое-то, дрова свежерубленные, так сказать. Опять так сказать. Все, паразиты, они везде паразиты. Так, ну что, мы показали вам, наверное, все-таки показал, я считаю, что эту часть Солоников. Что можно сказать? Жилье тут сдается, но надо оно вам или не надо, решайте самостоятельно. Так как до моря придется пройтись. И еще так нормально, наверное, пройтись, где-то около километра точно. Дорога тут не очень, поэтому наверняка у вас будет все делать изображение, но уж извините. Такой автомобильный формат съемки. Осталось 3 минуты и не туда, и не сюда. И до Лазаревска не успеем доехать, наверное. А я хотел ехать в Лазаревскую и к морю. Туда по колоражку назад. Маленько. Значит, будем рулить по Солоникам еще немножечко. По этой дороге я не ездил. Как раз часть видео завершим. Осталось 2 минутки. Ну, пока я буду тут стоять, пропускать всех, наверное, эти 2 минутки и пройдут. Нет. Пробьемся. По этой дороге я никогда не ездил. Это новая дорога. Идет она к морю в Солониках. С правой стороны я ходил, там показывал вам. Ну, скажем так, дорога была недолго. Ну и время у меня заканчивается. Осталась минутка. Там был только красивым заезд. Дальше, сами видите, что творится. Обманка. Обманка, я повелся. Лошара никакая. Видео заканчивается, не знаю, есть ли смысл ехать дальше. Давайте, пока оно идет. Будем ехать. А там развернусь и Лазаревскую. Лучше Лазаревской нету. Что не говорить.